Компания «Электромотор», опрыскиватель «Хэч» уходит нашему покупателю. Он меня спрашивал, сколько весит, точно ли там литий-ионный аккумулятор. Да, реально весит около килограмма. Достаем. Что-то вылетело. Как он выглядит, наш? Очень легкий. Ну, реально очень легкий. Вообще не понимаю, где тут спрятан аккумулятор. Вверху, ага, вверху. Вот тут что-то сверху. Да, вверху. Такой полуигрушечный. Очень легкий. Действительно, килограмм. Теперь нам нужно убедиться, что он литий-ионный. Так. Слушайте, я не знаю, как эту батарейку доставать. Где там она? Вау, что-то еще выскочило. Ну, это вот, я так понимаю, воздухозабор. Вернее, химия забор. Вот такая должна быть. Очень-очень. Ну, тут такую нормальную, злую химию не засунем. Так, вот тут я вижу индикатор зарядки. А чем заряжать? Есть вот зарядное устройство у нас в комплекте, видите? Еще нужно найти, куда это вставлять. Надо, скорее всего, тут где-то вставлять. Я бы просто не раздолбал. Нет, это просто нажимать. Ага, вот-вот. И вот сюда вот мы вставляем зарядку. Ага, вот видите, индикатор уровня заряда есть. Ну, я так понимаю, саму батарею достать нельзя. Не, вернее, наверное, можно, если раскрутить вот эти вот 4 болтика. Заказ пришел на выходные на этот опрыскиватель, поэтому, ну, извините, нет времени разбирать, но он действительно весит очень легкий, блин, ну, пушинка. Емкость тоже 5 литров. 5 литров, да. По характеристикам, 5-литровый, от 1,7 до 2 бар, ну, я не знаю, это кусты покрапить, картошечку покрапить, легенький, есть какой-то вон небольшой плечевой ремень, который, я так понимаю, есть, вот сюда вот, видите, покажи свет, вот сюда вот можно зацепили, и с этой бочечкой легко походили. Ну, в общем, ну, я скажу, что техника мне понравилась, я думал, что будет хуже. Я, и скажу честно, хотел побрызгать. Давайте посмотрим. Свет, давай еще посмотрим саму вот эту вот мензурочку. То есть, видите, очень такой, вот очень-очень-очень такая маленькая дырочка. Честно. А, еще, видишь, это называется удочка. Телескоп-удочка. Но очень миниатюрная, и я вам скажу, должна быть химия очень такая редкая. С краплениями какого-то крупной химии оно не подойдет. Ага, а тут что-то откручивается. А это что откручивается? Для чего? Так, покажи. Ну, кстати, очень приятно на ощупь. Такой приятный пластик. Ну, нравится мне, кстати, этот опрыскиватель. Я скажу, раньше с ним не встречался, но вот сейчас я скажу, что Хэч мне этот нравится. Значит, артикул у нас по Хэчу 924-573. Я думаю, что разбрызгивает так недалеко. И судя по тому, что как оно... Ну, видите, как водичка вон. Шпок-шпок-шпок-шпок-шпок такое. Ой, сюда же булькает. Вон, такое, что сюда же там что-то булькает. Ну, такое. Полуигрушка, но, в принципе, очень удобная. Маломощная, недорогое. Легко заряжать. И действительно, ну, производитель заявляет, что там литий-ион, и я ему верю. Перепроверить не это вот. Надеюсь, что потребитель, будем очень благодарны. Если вы заснимете... Ну, в деле его. Скажите, что купили в нашей компании. Ну, знаете, как-то алаверды от нашего стола вашему столу. В общем, техника заслуживает внимания. Хэч однозначно рассматривайте. По всей садовой технике везде рится, ребята. Везде рится. То есть у всех одна и та же цена. Копейка в копейку. Хотите дешевле? Пишите Viber 063-426-1010. Либо Viber нашим менеджерам, девочкам. Света, какой у вас Viber? На сайте. На сайте. Куча. На каждом телефоне есть вайбер. Пишите вайбер, даже не, вот, не звоните. Просто пишите, сразу же будете получать. Написали модель, сразу получили классную цену. А этот опрыскиватель уезжает в Одесскую область. По-моему, Овидиопольский район. И туда еще идет небольшой секатор. Такое тоже продаем. Это секатор жене, опрыскиватель
хозяину дома с наилучшими пожеланиями от компании Электромотор. Заказывайте, всем рады, всех, ну всем рады, в общем, друзья, заказывайте и будем получать классную цену.